конкурс «На крыльях таланта» собрал в Казани исполнителей со всей России. Саровчанка Марина Рыжова для участия в нем выбрала две песни – «Балладу о красках» и «Молитву Марии Шарифович». Вокалом девочка занимается 9 лет. У меня в репертуаре очень большое количество патриотических песен, потому что, опять-таки, они очень сильные и подходят для конкурсов, и также мне самой нравится их исполнять. Также есть более эстрадные песни на французском, на английском, на русском. Вот сейчас я учу песню на чешском. На конкурсе Марина заняла первое место в номинации «Эстрадный вокал». Педагог-победительница Анжелика Ермакова считает, что все дети талантливы, если уметь находить к ним подход. При выборе репертуара она всегда учитывает мнение ребенка и его индивидуальность. В нашей работе самое главное, чтобы ребенок получал удовольствие от того, что он исполняет. И хотя в дальнейшем Марина хочет связать жизнь с точными науками, пение остается для нее любимым занятием.